Молодежный центр выступил с инициативой провести благотворительный концерт в помощь искитимской школьнице Саше Гогловой. Он состоится в конце февраля в ДК «Молодость». Девочке требуется еще один курс реабилитации. Принять участие в концерте вызвались многие вокалисты и танцоры. Софья и Екатерина – активные участницы городских мероприятий. В составе коллектива «Звуки радуги» они выиграли немало конкурсов. Принять участие в благотворительном концерте согласились сразу. Это заряд эмоций. Это всегда приятно делать что-то хорошее, трудиться на благо обществу. Это тем более это не конкурс, это просто концерт. От тебя никто ничего не ждет, ты просто выходишь и даришь людям позитив, эмоции, хорошее настроение. Молодежный центр «Искитима» не первый раз выступает организатором благотворительного концерта. На этот раз решили помочь Саше Гогловой. У девочки ДЦП. Она школьница, пару раз в неделю ходит на уроки. Все остальное время общается с педагогами дома, но очень хочет учиться, как все. Хотелось бы, конечно, чтобы получилось, но я думаю, что в любом случае, какая бы сумма не набралась, это большая помощь. И не только материальная, но, мне кажется, еще и моральная какая-то, душевная помощь той семье. Выступать будут наши искитимские коллективы, которые всегда с радостью, с удовольствием соглашаются нам помочь, соглашаются участвовать в каком-то добром деле. Поэтому всех ждем и будем рады, если все останутся неравнодушными жители нашего города. Участие в благотворительном концерте примут и коллективы из Искитимского района. Около 25 номеров войдут в программу. Встреча 27 февраля в Доме культуры «Молодость». Начало в 15 часов.